Это Настя Козина. Я с ней познакомился, честно говоря, достаточно давно, где-то минуты полторы. Она вышла радостная из зала, и мы сейчас спросим. Настя, расскажи немножечко о себе и что случилось в этом предпоследнем туре. Чуть погромче, главное, не бойся, эта штука не стреляет. Я живу в Казани. Так. Мой тренер Муравьев Константин Иванович. Какой у тебя разряд? Я кандидат в мастера спорта. А какой рейтинг ЭЛО? 1733. 1733. Ну, это уже много больше, чем 1000. Давно ты играешь в шахматы? Да. 5 лет примерно. 5 лет. Ну что, здорово. Скажи, пожалуйста, а ты собираешься участвовать в универсиаде? Нет. Не будешь, да? Нет. А, ну да, там все-таки уже только студентки участвуют. Да? Следующий твой турнир какой? Тоже еще пока не знаю. Я не знаю. Не знаю. Так, сколько у тебя теперь очков стало? У меня 6,5. 6,5. А кто из лидеров турнира впереди тебя? Оболенцева Саша. Только одна, да? Ну да, и там остальных столько же, сколько у меня будет. А, ну да, то есть если Оболенцева, допустим, сегодня сыграет в ничью, то ты ее догонишь. Да. И вполне возможно. А ты с ней играла? Да, я в ничью сыграла. О, ну вот видишь, тогда вполне возможно вы поделите первое и второе место. Настя, удачи тебе в турнире. Спасибо. Я буду следить за завтрашним туром. Спасибо.